Добрый вечер. Это первый отчетный концерт 6-й «Фабрики звезд». Поскольку времени с начала запуска прошло очень немного, всего одна неделя, поэтому считайте, что то, какими вы сегодня видите наших ребят, такие они и есть на самом деле. Сабрине сегодня помогают раскрыться перед вами целых два настоящих артиста. Правда, поют они дуэтом, поэтому представлять их буду просто «Чай вдвоем!» Все это, а ты все ждешь меня домой, а ты опять по мне скучаешь, тебе так сложно быть одной, но ты меня прощаешь, а ты все ждешь меня домой, а ты опять по мне скучаешь, тебе так сложно быть одной, но ты меня прощаешь. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш мне по секрету сказал перед эфиром, что в альтернативу группе «Чай вдвоем» он создаст группу «Кофе в постель». Поэтому вы можете представить, что ожидает наша «Фабрика звезд».